Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Именно так я буду обращаться сегодня ко всем присутствующим на этом грандиозном событии, потому что в преддверии Нового года взяло свое начало невероятное событие, которое уже по праву может считаться традиционным. Третий таврический бал открыт. Я с удовольствием танцую. Большое спасибо, что можно вот так прийти на бал. Хотелось бы вспомнить знаменитые слова поручика Ржевского. Наташа, а не махнуть ли нам в буфет? Очень благодарна всем организаторам за такой праздник. Спасибо большое всем. Я буду ждать вас через год. Не сидите дома. Были очень рады, что такой бал проходит у нас в Симферополе. И было очень приятно здесь побывать. И масса приятных впечатлений. Это необычно. Такого у нас, скажем так, не каждый день такое можно встретить, чтобы такое проводили. Но я испытываю очень большое эстетическое удовольствие. И духовное, и моральное. Я хочу сказать, что город Симферополь, как столица Тавриды, как столица нашего замечательного Крыма, достоин того, чтобы здесь проходили балы. Эх, доброй завистью я завидую этим прелестным людям, которые сегодня в ритме вальса кружат по этому паркету. Ну, я надеюсь, что настанет и мое время, когда я все-таки наберу сил, желания и, конечно же, навыков хореографии.